Минувшей ночью Чувашия вновь появилась во всех информагентствах России. В Маргаушском районе на трассе М7 обрушился строящийся мост. Водитель грузовика, который врезался в объект, можно сказать, родился в рубашке. Многотонная конструкция буквально раздавила кабину, но мужчина из нее выбрался сам и даже не стал обращаться за медицинской помощью. Основной удар пришелся на пассажирское кресло. На место происшествия были экстренно стянуты все оперативные службы. Металлический мост с проезжей части убрали при помощи специальных кранов. Движение по дороге было перекрыто на 3 часа. Чтобы не создавать километровых пробок, все машины направляли в объезд. Пешеходный переход на этом участке в Маргаушском районе над трассой только начали устанавливать. Как он мог обрушиться, сейчас выясняет специальная комиссия. Но уже точно известно, в пути у грузовика произошла серьезная поломка. Как выяснилось, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и задел мост, в результате чего произошло обрушение. Погибших и пострадавших нет.